Марта, ну-ка вытащи изо рта каку. Мы тут пришли в гости. Кому мы в гости пришли? Аладдине. Да, к Аладдине. Ой, у них тут так красиво, так... Да, просторный зал, уютно так. У нас еще подвал. Ага. Большой, у нас маленький песок. И куколки. Ты домой хочешь? Нет. Здесь будем играть? Да. Видишь, как хорошо тут? Это твоя малышка? Да. У нас есть тут утулочка для малышей. Пошли, малышка. Девочки тут салатики готовят. Вот бы мне таких помощниц, чтобы мне кто-то салаты готовил. Классно. Хорошая картинка. Салат вообще супер красивый у нас получился. Вообще по Высоцкой она рекомендует, что именно смешивать как можно больше цветов. Желтый, черный, фиолетовый. И действительно очень красиво. Да, ага. Ой, мне тут вообще супер вкусно. Я такая голодная, что все с удовольствием. У нас такая дружная компания девчонок. Приятного аппетита нам всем, так вкусно и красиво, просто космос. Адира, мама, она любила мою сумку. Адира, ну это временно твоя. Ну она тоже, видишь, это такая красивая сумка, что она тоже хочет играть. Ну дай, пусть она чуть-чуть, она тебе быстро отдаст. Нет, мама! Ну ладно, подожди, дай сейчас принесет. Сейчас мы замену принесем. А смотри какой, Адира, смотри. Давай поменяем. Ой, какой пони. Вау! Ну-ка, дай мне тоже пони. Адира, дай пони мне, Адира, пони. Матуся пока в зале спрячь. Смотри. Пони идет. Иго-го. Спрячь, Матуся, сзади, за спиной спрячь. Мартуся, спрячь за спиной. Вот это она жестко. Иго-го. Чего смотрят современные дети, подростки? Иго-го. Вов, ну что ты взял? Ты же можешь разбить. Ну-ка убери. Я сама смогу. Из своего детства. Ага, Марта спрятала. Молодец, хоть не ударила там ничего. Вот так делай. Марта, вы что такие довольные? А Марта, ты что радуешься? Она не знает, но радуется. Почему ты радуешься? Вовка, ты же мужик, давай разбирайся. Ты же каждый раз палатки ставил, помнишь, на Или? Я верю в тебя. Это что-то важное. Вот это что за мутная вода у вас, девочки? Это вот она. Это рисовая вода. Зачем? Для кожи. Тут мне Сойлу показывают всякие индийские продукты, которые у нее есть. Какие-то чипсы, которые надо еще раз жарить в масле. А, вот еще. Они соленые или нет? Нет, они не соленые. Да? Это и делается из тапиоки. Тоже типа тапиока, чипсы, да? Да, и тоже жарят. Угу. Прикольные всякие специи. Ты острые, видишь, я тебе могу дать. Это пикл. Манго пикл. Да ты чё? Если хочешь. Это куда добавлять? Это просто, например, ты кушаешь что-то и по чуть-чуть можешь брать. Но островатый. Но да он идет в горчичном масле. Наверное, нет. Ну, горчичном. Чисто посмотреть. Вот еще что-то интересное. Выпили что-то? Да не, мне-то ничего, я просто поглазить. Чё это такое? Мама, это что такое? Это делается тоже из гороховой муки, а не со специями уже, и готовится как этот овощной, как с собой.
Ты, короче, по-моему, больше знаешь уже, чем твой муж индус. Она мягкая, нет? Это уличная такая еда, называется стритфуд. Они надуваются, такие шарики. А ты что, ей не даешь? И вовнутрь кладется всякая там отдельная начинка. Кстати, надо один раз. Жарить, я вижу, какая кисленькая такая начинка. Да. Они жарики превращаются, короче. Это тамарин. А что, нет, нет. Если хочешь. Да нет, я не знаю. Можно и компот добавить, он кислоту дает. Тамарин, да. Такой есть. Как тебе объяснить? Наберешь бугу. Это? Пожалуйста. А там нет ничего, ни сахара, ничего такого? Нет, просто он прям вот... Сушеный, да? Сушеный, да. Я вот люблю эти всякие индийские запахи. Вот масалу, у тебя много всяких. Это что? Специи для чая. Нужно? Наверное, нет. Классная штука, да? Почему нет? Тут, смотри, тут только, ладно, даже если ты без молока, ты все равно можешь сделать с чаем просто. Тут ничего нету, кроме этих. Вот. Черный перец, джинджер. Это даже сама иногда, да? Вот в такую погоду классная, кстати, иногда. Ага. Ну, с молоком, да, но ты без молока. А да, да, кстати. Я, кстати, иногда даже масалу в чай ты добавляю, когда горло болит. Да, да, я вот... Вот, вот это когда горло, угу. Мы тоже... Представляете, ты сам сел на автобус и не знаю, куда ехать, и поехал на Кузинский трасс. Это если к нам, да? Да. Ну, это все пикают, пикают. Ничего себе, ты их часто так используешь? Это трави в основном, он по чуть-чуть ест. И когда гости приходят, они едят овощное, там чапати и вот это получается пикал какой? Какая-то гунда. Вот это розовая вода, да? Вот еще. А, это гарлик. Смотри, он это может разлиться. Вода. Я тебе, кстати, может, где крышка? Одну дай. Все равно родители видят. Лицо протирай. Крышку только найдите. Вот я про него говорила. Крышку найдите. Вот все. Всяких ништяков мне надавали. Классно. Смотрите. Можешь даже в свой этот, в овощную добавлять. Ага. Это как специи, да? Мама может сделать, то, что обливешь тесто. Классно. Это не надо. Ну все, а то ты мне сейчас что-нибудь надаешь сильно много. Я всегда хочу дать, но не знаю, что тебе такое. Угу. Классно. Вот. Это у тебя все три специи, да, всякие? Да, это уже тут закрыто. Да, да. Посиди с нами, пожалуйста. Нет. Почему? Уроки. Мы тут фотки смотрим. У нас тут супер развлечение с девчонками. Вот меня. А, подожди, подожди, еще. Вот, ой. Вот у нас тут целый отряд. Детский сад. Ой. А? Мюзик? И можно какую-то зарядку включить детскую, типа карате. Вот они обычно делают, я им включаю. Они делают. Молодцы. Сейчас я пойду поснимаю. Что, провела рум-тур уже? Все? Да он уже в туалет пошел. Я ему говорю, так это у нас такая красивая комната. Так, выйди. Ага, вон. Короче, вот, знаешь, короче, Клим, у нас было чисто. Но, увы, они сделали бардак. Ну, это делали. Это, короче, мы искали комнату. Это как его родительская, дальше, короче, вот кухонька такая эстетичная. Да, это мы тут уже тут поели, да, попили. Большая. Чуть бардак навели. Везде, весь дом разгромили. Уборная, короче, санузел, короче. Здесь, короче, воды закончили, короче. Мы посчитали прям и туалет, и ванна, это все в этом конце. А, ну я буду копать. Они делают зарядку за Климом. Марта, давай нормально делай. Я буду как Марта. Хоть для кого-то мы записывали эту зарядку, кто-то ее делает. Молодцы.
садись. Где Мартуся? Марта, пойдем кушать. Марте здесь хорошо. Так, ну следить надо, что, чтобы она тут не напачкала. Нет, Марта, вот это не надо делать. Это уже называется вредительство. Нас не для этого пригласили. Еще сама измазалась. Ой, блин. Нельзя, нельзя. Пошли дыню кушать, Марта. Кира учитель, да? Да. А Ради вас учила английскому? Она один раз была учитель по английскому. Ага, ну хорошо, ладно. Куда тетрадь? Давай так. Вот она, Мартуся. Зарисовала себя. Красивая девочка? На рыбку стала похожа, да? Разбудили ребенка. Погуляли. Так, дикие коты. Ужас, разыгрались как. Ты кошка? Ударилась.